Новостные ленты пестрят происшествиями о похищениях орденов, медалей с целью их дальнейшей продажи. Подобных случаев с каждым днем все больше, и печальная тенденция не собирается снижаться. Особо зверские случаи, заканчивающиеся, например, убийством ветерана и его семьи, попадают в ток-шоу, а интернет бурлит громкими заявлениями и комментариями к ним. Но стоит ли удивляться подобным преступлениям и обращать внимание на ведущих, которые грозят кулаком с экранов и мониторов? Как только наша страна перешла на капиталистические рельсы, то и новые нормы отношений стали проникать в культуру и искусство. Из телевизора, радио и газет нам стали рассказывать, что такое хорошо, а что такое плохо. Наиболее наглядно показано, как стоит поступать с боевыми наградами в смешной комедии 93-го года известного режиссера. Ни себя, ни вас дурить не стану я, где и что ты не предпринимай. Жизнь, она повсюду та же самая, дни свои прокашлял и гудбай. Гайдай какой! Это всего лишь один из ярких примеров подобной пропаганды. Так чего же теперь удивляться и возмущаться? Уже почти 30 лет идем этой дорогой.